Водитель, сбавь скорость, на дорогах дети. Эту простую мысль, но оригинальным способом в понедельник попытались донести до взрослых сами школьники. Воспитанники Центра развития творчества детей и юношества «Танцы плюс» совместно с госавтоинспекторами провели на площади Ленина флешмоб. А заодно напомнили автомобилистам о важном. Водители привыкли к летнему достаточно свободному трафику и не замечают детей на дорогах. А с другой стороны, дети отвыкли от интенсивной транспортной среды города и немножечко тоже подзабыли правила дорожного движения. Поэтому, чтобы водители были более внимательными и помнили, что сейчас в городе очень много детей, мы проводим такое мероприятие. Но не только на водителей направлена пропаганда. Безопасность на дороге зависит и от самих маленьких пешеходов. За лето в Иванове произошло 7 ДТП по вине детей на дорогах. Так что участникам флешмоба и их сверстникам тоже было полезно освежить знания ПДД. Эта информация полезна для всех. Дети у нас есть и будущие первоклассники, которым только исполнилось 7 лет. И есть детки постарше 10-11 лет. Кульминацией флешмоба стала огромная надпись «Дети» и соответствующий дорожный знак, который участники сложили все вместе. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.